Здорово, народ! Какие дела? Меня зовут Виталкер. Поставьте лайк, подпишитесь на канал. А это прохождение самой лучшей модификации на чистое небо под названием Last Fallout Overhaul. И уже 7-я серия. Усаживайтесь поудобнее у нашего костерочка. Открывайте ваш завтрак туриста. Погнали! Место событий – свалка. Отличный подвал! А сталкеры один за другим, шо дурные прут? Чё им тут мёдом помазано? Да, мля, жалко, что тут урод смылся. Ай, хер с ним! Прибыток сбросил и нормально. Ага. Короче, хапаем самое ценное и валим. Thank you.
Здорово, брат. Что там у тебя? Ну вот, нехило побарил. Ну чё, нет хабара, нет базара. Сенькой клиент тебе... Тебе чё? Уже идёшь? А то бы... Тебе... Уже идёшь? А то бы дёрнул с нами на коня. Базарим!
слепая слуша. Слушаю тебя. Не спи, замерзнешь. Я не понял. Ты хотел что, нет? Привет, брат. Что скажешь? Слушаю тебя. Слушаю тебя. Привет, наемник. Ну, привет. Концлагерь, типа, так что пыль не будет.
знаю, как тебя благодарить. Хотя, стоп, знаю. Значит, я тебе на ПДА сейчас сброшу координаты одного места. Мы там с ребятами хабар хранили, пока эти подонки нас не загребли. Ребятам это уже ни к чему, земля им мягкой постелью. А я больше в зону ни ногой, хватит. В Мухосранске каком, и то лучше, чем в этом аду. Ah!
Здоров! Ну, рассказывай! Здорово, брат! Честным людям мое почтение. Ну, привет! Thank you.
кто досмотрел до этого момента, напишите в комментарии. Пожалуйста, влепите лайк, если вы этого еще не сделали. Боевка в этой модификации просто классная, напоминает Call of Duty или Battlefield моментами. Но, по крайней мере, не такая каменная, как в привычном нам сталкере. И, наконец-то, мы идем в бар на север. Чё тебе стоит? Подпишись, поставь лайк на канал, сделай мне приятно, чё тебе стоит, а?